Всем доброго времени суток. Сегодня у меня на ремонте такая портативная колонка фирмы Swen соответствующей модели PC-195. Значит, уже, можно сказать, ставшая банальная неисправность, не заряжается. И давайте вместе попробуем понять, почему же она не заряжается, даже еще не разобравши ее. Как вы думаете, что там болтается? Естественно, это разъем для зарядки. Можно уже сказать, что эта проблема стала распространенной для таких устройств. Как бы ее ни старался припаивать, ее все равно почему-то выламывает. Наша, значит, задача восстановить этот разъем, проверить, чтобы шла зарядка. И надеемся, что она не сильно давно в таком состоянии, так как батарея может уйти в глубокий разряд. В принципе, в таких колонках зачастую встает вопрос, как ее разобрать. Так как если раньше в технике сразу были отверстия, где можно было выкрутить винты и ее разобрать, то сейчас производители всячески стараются спрятать. И вот в портативных колонках это лучше всего у них удается. Иногда прячут под ножки, под заднюю стенку, под переднюю. Поэтому отчасти, я думаю, это видео даже больше будет про то, как разобрать данную колонку, так как восстановить, припаять разъем. Миллион таких уже видео есть. Мне как-то уже доводилось, похоже, разбирать колонку, поэтому там была вот эта снималась стенка, за ней спрятаны винты. Сейчас посмотрим. Здесь у меня есть пластиковая лопатка, но она, к сожалению, туда не подлазит, поэтому рискну немножко подковырну ножом для бумаги. Здесь немножко поддеть, и уже поместится лопатка. Теперь тихонько проводим, так как там штырьки стоят, чтобы их не отломать, надо поближе к ним подводить. То есть тут не просто защелки, а именно штырьки. Поэтому их надо тихонько оттуда вытаскивать. Видите? Вот. Так вот. И если присмотреться вглубь, то в каждом отверстии, где установлен штырек, там у нас винтик. Отверстия довольно глубокие, сантиметра по 4, поэтому отвертка надо длинная и тонкая. Значит, сейчас выворачиваем все вот эти винты. Значит, достали винты. И теперь она должна разделиться на две половинки. Потихоньку пробуем сдвигать. Можно даже попробовать подсобить лопаткой. Вот. Дальше сильно не торопимся тянуть, так как тут у нас винты и плата. Если вытащить на эту сторону плату, то, в принципе, все останется на передней панели. Вот. Ну, плата сидит там довольно-таки плотно. Потом тихонечко помогаю пассатижи. Кстати, где наш разъем? А вот, собственно, и виновник нашего торжества. Значит, сейчас отсоединяю все разъемы для того, чтобы было удобнее работать с платой. И тут хорошо динамики в разных сторонах. Подписано право-лево и батарея толстая. Вот даже два элемента, что редкость. Ну что же, переходим непосредственно к восстановлению платы. Посмотрим. Ну и разъем тут, конечно, хорошо пострадал. Если присмотреться, то прямо выдрано с мясом. Надо будет вот эту вот дорожку восстанавливать.
Это, скорее всего, у нас плюс питания. Здесь кусок вырванный из платы, непосредственно куда она припаялась. То есть, скорее всего, что я просто неправильно пытаюсь воткнуть разъем, просто выдали. Потому что по качеству, как она была припаяна, я хочу сказать, что это довольно неплохо было все сделано. То есть, тут приложили усилия. Но я дополнительно здесь вот зачищу еще пятаки, чтобы усилить, припаять. И надо вот эту вот зачистить дорожку, сразу залудить. И потом сделаем с помощью медной проволоки, нарастим эту дорожку. Тут надо будет осторожно не зацепить резистор. На всякий случай защищу их сразу каптоновым скотчем. Вот так вот. Теперь возьмем паяльник и залутим нужные нам пятачки. Теперь возьму с разъема, удалю эти дорожки, которые там остались. Вот так вот, были чистые ножки. И теперь будем его центровать. Сначала вот эту нижнюю прихвату, она станет больше на место. Оп. Есть. Теперь смотрю с противоположной стороны, так чтобы ножки стали на свои места. И следующую сторону. Просто удерживаю паяльник, припой разогревается, и оно все становится на свои места. Теперь здесь слева две ножки минусовые, они целые остались, поэтому просто прогреваю их, и они припаиваются на свое место. Теперь нас интересует вот там вот плюсовая. Теперь мне надо кусочек провода медного залудить и восстановить участок дорожки. Беру многожильный, прикладываю и припаиваю сначала к более большему пятаку, который находится на плате. Далее смотрю в глубине ножку. Лишнее обрезаем. Сейчас прозвоним, чтобы этот пятачок не звонился с корпусом. Проверяем. Есть, все нормально. И минус. Минус звонит. Сейчас подключим питание, проверим, будет ли светится 100 диод зарядки. Если все нормально, тогда дополнительно усиливаем сам разъем. Так как снизу у него уже площадка вырвана, и туда смысла нету припаиваться. Подсоединяем разъем. И светодиод у нас светится. То есть зарядка идет. Можно еще замерить даже напряжение на разъеме. Есть. А теперь, значит, остается усилить наш разъем для того, чтобы он уже держался более надежно. Здесь я сделал такие дополнительные пятаки. Сейчас мне надо побольше припоя.
и просто прогреваю корпус. Сбоку вот такие вот плюшки напаиваю, то есть полностью вот эта площадка спаивается с корпусом платы. Вот так вот она тонкая, быстро прогревается, поэтому каплю припоя, канифоли, шлеп. И у нас уже с обеих сторон такие вот усиленные контакты получились. Конечно, не во всех случаях получается это сделать. Иногда платы не хватает, иногда очень близко радиоэлементы. Но в данном случае у меня место позволяет. Также еще надо контролировать, чтобы в корпусе помех не было для этого. Но в данном случае в корпусе тоже проблем с этим не возникнет. Контрольно проверяем, чтобы шла зарядка. Все подключается. Зарядка идет. Значит, сейчас снимаем скотч и смоем плату. Так вот это все выглядит, когда удалили канифоль. Спереди это все как и выглядело идеально. И по бокам два мощных контакта. То есть если уже вырвать, то с приличными кусками платы. Плюсовой контакт тоже хорошо подпаялся, и минусовые. Значит, сейчас устанавливаем плату на свое место. Подключаем к ней провода. Нужно даже лучше сразу подключить провода, так будет удобнее. Кстати, прошу обратить еще внимание, лучше всего собирать на этой стороне, так как, видите, вот эти вот провода надо вложить в свои места. Поэтому, если провода сюда не уложить, а попытаться собирать на той стороне, то они могут попасть вот в этот разъем. Во-первых, корпус толком не сойдется, во-вторых, их можно перекусить, и колонки не будут работать. Сейчас подключу зарядку, пока она разобрана. Дам время подзарядиться. Вот смотрите, с аккумулятором горит красный светодиод. Без аккумулятора горел зелененький-то. Значит, думал, что он заряжен. Пусть тогда немножко подзаряется. Включим, проверим, чтобы все работало. А потом окончательно соберем. Немного подзарядил колонку. Сейчас я соединяю от зарядки. Проверим, чтобы она включалась. Светодиодик включения загорелся. Сигнал есть. Сейчас попробуем подключить флешку. Динамика работает, поэтому сейчас будем ее собирать. Еще раз убеждаемся в том, чтобы провода лежали строго в своих каналках. Далее соединяем корпус. Опять же, наверное, лучше вот так вот его положить и следить, чтобы вот эта вот плата краями зашла в эти пазы. Все зашло. Теперь остались винты. Закрутили все винты. И теперь декоративная накладка, которая и спрячет все эти винты. Вот так вот. Все встало на свои места. Контрольная проверка зарядки. Индикатор светится, зарядка идет. Включаем. Индикатор синенький. Сигнал есть. Флешку. Что можно сказать, задачу мы выполнили.
колонка заряжается, включается. И можно сказать, что сложнее было ее разобрать, чем починить. Надеюсь, данное видео будет полезно. Можете написать комментарий, что думаете по этому поводу. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.